Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Здорово! С вами снова Андрей Скутырец, а еще здесь Илюша, Леша и Рено Логан. Вот, и сегодня мы будем снимать видео о скутерах, потому что я же Андрей Скутырец. Че ты на меня так смотришь? Ты имеешь в виду, давно надо выключить? Лады, все. Короче, сегодня мы будем показывать вам два скутера. Один из них тот, который мы недавно снимали и все его ждали. Джок за 100 тысяч. Правда, немного он перевалил за 100 тысяч, совсем чуточку. 150 примерно. 125. 125 это с тюнингом, а с мопедом 150. Итак, настало время затестировать полностью заряженный и настроенный джок. Но тестировать мы его будем не просто, а вместе с другим мопедом, чтобы понять, что же такое все-таки рейсинговый тюнинг, почему есть столько разных запчастей для этих мопедов, там какая-то поршневая Тен Рейсинг и Малоси Спорт, что круче? Ну, парни, которые фишку секут, конечно же, понимают, что круче. А для тех, кто не понимает, покажем наглядно. Короче, мы имеем два скутера, с виду разные, оба Ямахи, Ямаха Джок и Ямаха Вина. Ретро-мопед и какая-то шляпа, короче, я даже не знаю, как это обозвать. Двигатели абсолютно одинаковые. Короткая горизонтальная Минарелли. То есть вообще одно и то же абсолютно. Ехать должны быть одинаково. Разница там совершенно небольшая, может быть, за счет там зажигания какого-то. Или там, не знаю, чего еще, разные модификации бывают. Но там, блин, пол лошади даже не заметишь. Не знаю, что говорить дальше. Долбанный ветер задрал, надеюсь, вы меня слышите нормально. Скоро прикупим петличку с нормальным диктофоном, вы не обессудьте. Итак, перед началом тестов рассказываю, что у нас в этих скутерах. Мало ли, кто пропустил предыдущие серии, если вы их пропустили, смотрите, они там сзади где-то на канале в жопе лежат. В общем и целом, джок, конфиг рейсинг, Атена рейсинг поршневая, коленвал Атена там какой-то тоже, подшипники похрен на скорость не влияют. Трансмиссия затюнена полностью, начиная от вариатора и ответки, заканчивая сцеплением и торк-драйвером. Сцепление вообще топовейшее, а что касается вариатора, ну так, грубо говоря, спортивная шляпа, но круче и не найти, если только оверрейндж. Дальше. Выхлоп Ясуни C16, и это тоже можно считать рейсингом. Конечно, это не самый топящий, есть там и покруче трубы верховые. Но эта шляпа, грубо говоря, универсальная. Если ее поставить на спорт, тоже повалит пободрее, если раздуется, конечно. У меня и на 50 кубах раздувалось бывало. Ну и по впуску 19-й Полини карбюратор с нулевичком. Будем пробовать, кстати, скоро ставить сюда 21-й, посмотрим, что изменится. Но сейчас не об этом. И вишенка на торте всего этого дерьмища — спортивное зажигание Малоси Селетра, с которой мопед валит, я не знаю, чуть ли не в два раза лучше. Короче, конфигурация у этого двигателя просто бомбезная. А у этого же мопеда на таком же двигателе конфиг спортивный. То есть, грубо говоря, такая начальная шляпа, чтобы наваливать там на заднем учиться, не верховой конфиг, удобно снизов там задрать мопед и все такое. Но все это дерьмище не очень валит по сравнению с рейсингом, сразу вам скажу. Итак, поршневая Малоси Спорт. Коленвал непонятно какой, трансмиссия непонятно какая, вроде бы мультивар там стоит, выхлоп Техногаз Некстер, ну тоже достаточно верховая труба, насколько я понимаю, я уже давно мопеды не тюнинговал, но верха у нее есть, но это ни хрена не рейсинг, фуфлище отменное. И на впуске карбюратор по линии 17,5. То есть чуть-чуть поменьше. Ну и все, больше ничего в этом мопеде нет. Спортивный конфиг, никакого зажигания. А даже не полностью заменены все детали на спортивный. В общем, на 70% спорт, все остальное сток. Даже редуктора здесь нет. И забыл сказать, в джоге еще и редуктор стоит. Более длинный или короткий. Ну, короче, вы поняли, на скорость. Ну и что, блин, дальше? Нассал вам в уши три короба. Надо бы и навалить на этих мопедах, посмотреть, что да как. Сперва замерим максималочку у этого скутера без винища. Проедусь я, после меня проедется Трофи, потому что он посмотрел наше предыдущее видео и сказал, максималку-то я неправильно замерял.
Говорит, мне надо похудеть килограмм на 20 сперва. И пригибаться. И при этом еще пригибаться, вот так вот смотреть потому в руль. Потому что сносит безумно с него. Лично с моим весом это вообще дичь. Короче, Трофик говорит, едет он соточку с ним, а со мной ехал всего лишь 90. Но мне кажется, он гонит. Поэтому сегодня устроим полный тест-райд этого мопеда. Сперва я качусь, потом он катится с камерой, потом устроим драг-рейсинг и расшибаемся в фарш нахрен. Ой, блин, в ногу пинается-то, а? Зажигание рейсинговое. Возможно, даже немного ранее, но я пробовал ставить его позже, все равно пинается. Там подсос под рулем, Трофи. Да, такие технологии. Все, сейчас прогрею байк и немножко затестируем его максималочку и разгончик. Настроили мы его полностью. Какие груза, не помню нифига, но что-то в районе четвертых вроде бы. И поставили на него новую резину, профиль немного повыше, за счет этого колеса как бы больше стали, и максималка, возможно, даже увеличилась. Ну, сейчас я включу в телефоне программу, чтобы отследить максимальную скорость. Пока доеду до дороги, о, прорекламировал Лизоньку, пока доеду до дороги, соответственно, мопед прогреется. Я туплю пока базарю, не могу включить программу. О, включил. Сейчас будет немножко рекламы. Блин, фига он уверенно работает. Обороты начал набирать в три раза резче. О, мой новый таз. Дмит оператор теперь на нем передвигается. Пауза. Ой, ой. Как остановить это? Да, закончите, пожалуйста, спасибо, сброс. А теперь начинаем. Все, поехали, программа пишет скорость. Прогреем байк, Трофи на винище за мной едет. Пока подождет, устроим драг-рейс. Блин, на этом мопеде ехать даже немножко стремновато и некомфортно, потому что он долбанный, дерганный стыд. Пока не разогрелся, вот так работает странно, а потом разогреется, все будет ровно. Вот. Уже не булькает. Блин, ну с тормозами, конечно, Трофи напортачил, надо их поднатянуть. Эй! Да. Форсаж есть. Теперь надо подождать, чтобы все уехали, и тогда мы продолжим. Готов? Не забывай, что он очень низкий. Да. Да куда ты встал-то? Чё ты стоишь тут? Сейчас тебя переедут. Ну ладно, попробуем разогнаться. Словить момент, пока машин нет, очень сложно. И словить момент, когда опять заводится, тоже сложновато. Так, все. Попробуем взять разгон. Питон сраный! Ну и сколько ж долбанный стыд, он опять разогнался с этой селетрой 80? Пауза. 93, а было 90. Плюс 3 километра в час целых. Я в шоке. Что это за бред? Ну ладно, сейчас попробуем посадить Трофи. Он говорит, что он опытный наездник. И у него мопед разгоняется больше. Ну 93, конечно, на рейсинге это нечто. Я даже не думал, что бывает настолько все плохо. Зато разгон, смотрите, какой. Блин, охренеть, мопед делает это сам, чтобы вы понимали. Смотрите, 35. Ну, не встал, конечно, на дыбы, но приоторвал с переднего колеса. Сейчас на 30-ке дам газу. Просто сам на дыбы встает, я в кайфе. Разгон имеет.
Но стандить на нем стремновато, потому что тормоза говно. Ну чё, тройка, разгонишь его хотя бы до соточки? Будем надеяться. Будем надеяться. Подожди хоть, надо тебе, наверное, камеру дать. Давай. Так, трофи, клади в карман. Программу включи. Цепляй мой шлем с GoPro-шечкой. И смотри, не упади. Что он разгоняет его быстрее, чем я. Вот посмотрим сейчас. Каспалас! Петро, блин, просрал! 120 тысяч просто просрал! Как странно он передвигается. По правилам. Блин, ну я, конечно, очень огорчен вот такими вот скоростными характеристиками скутера, который реально на нормальном рейсинге, в который реально вложено дофигища баблища. Это полный бред, когда каждый школьник мне в комментариях пишет, что у него Дио намалось из спорта и больше ничего на нее нет, разгоняется сотку. А тут 125 тысяч вложено, все настроено и едет 93. Ну, блин, ну кто-то стопудово здесь гонит. Ладно, а теперь пробуем. Не, он, походу, реально быстрее меня разогнался. Да стой уже, хватит, задрал! У него что, спидегонщик вселился, что ли? Как он уже остановится, я задрался, что стоять. Цари на него, он, походу, ветер ловит. Конечно, вот-вот оторвется, поздно будет. Давай, сюда, паркур. Паркур, давай. Ну что, на дороге, сюда давай. Все, молодец. Останавливай. Ну ты открой, открой. Последний раз было больше. Ну вот еще. Проехал, стрелочка дальше. Ну мы шла. Твои трусы видели даже. Да ладно. Да, видно трусы, хорошо гонишь. Давай мобилу. Сейчас посмотрим, чего добился Трофим. 111, сука! 111 километров в час! Ёбаный стыд! 111! Штопанный насрал! Что за говно? Я говорил, говорил. Я, походу, чем-то не тем в жизни занимаюсь. Почему подо мной мопеды вообще ехать перестали? Насколько же я, сука, жирный, а ты тощий? Я вешу, ребят, я вешу 63 килограмма. Так, на скидку. При росте 180 я скельтяй. Вот просто прикиньте, 63 килограмма и 90. Да даже не 90, поменьше чуть. Разница в скорости 20 километров в час. Долго, я в шоке. Ну ладно, все равно школьникам не верим, у которых Дио на Малосе едет сотку. Тут рейсинг едет 111 километров в час. Если еще больше у дрища посадить, еще больше поедет, походу. Все, не едем. Ладно. Что-то около того. Я в ахме. Ты просто аэродинамику сделал. Да. Пролетел звук такой. И трусы сверкают. Поехали, короче, сейчас устроим траговый заезд по кладбищенке. Прямо в кладбище сразу войдем, как и положено всем байкерам.
еще аж чуть педали не потерял, пока грибы его затянул. Раз, два, три. Давай. Готов? Считай. Давай ты мне фору дашь, Петюш. Давай, считай. Ветром дует-то неплохо. Все, поехали к нему. Ну, короче, я думаю, вы все поняли, что такое рейсинговый конфиг. По-любому, даже когда я ему фору даю, этот скутер надрючивает винишко, которое на спортивном конфиге. Я старался. Максималочка вместе с Трофимом получилась 111 км в час. Разгон до 60 у вас на экранах был. Когда-то там, когда трофи разгонялся, Дмит намонтирует. Ну а что мы можем из этого вынести? За 125 тысяч лучше купите биг-блок. И не долбите себе мозги, ребята. Вот, и будете на 180 кубах драть всем зады и разгоняться до 140. И на сотки еще станете. Поэтому, трофи, Белашок, поздравляю тебя. Спасибо. С вами был Андрюша Скутерец. Ставьте лайки и дизлайки. И комментируйте вот это дерьмо. Пишите свои предложения по поводу следующих видосиков там. И я на самом деле трофи люблю. Он хороший парень. Ему нравится тюнить скутер. Поэтому он тюнит, а не потому что он лошок. Так уж и быть, хоть раз скажу это. А то все думают, что я полный кретин. Друзей своих ненавижу. Вот, пишут в комментах такое, да. И это еще нас не и 21 век. Всем пока.